Здрасте. Еще чуть-чуть, дружок. Да не трогай его. Он ничего не чувствует. С чего бы? Я его предупреждал. Теперь ты, наверное, жалеешь, что пустился в бега. Да, Энтони? Кончи ее! Не дадим ей свалить! Мочи ее! Да. Thank you.
нас напали! С той стороны! Thank you.
Они убили еще одного! Рассредоточиться! Найти ее и нейтрализовать! Кто-нибудь видит ее? Да хватит уже. Еще одного потеряли! Нельзя так подставляться! Пойдем проверим. Иди, я прикрою. Она добралась до Матео! Прикончить ее быстро! Это она. Я проверю.
Блин. Она бежит! Сюда!
Подходим ближе! Ага, понял! Мы ее видим! Здесь, здесь! Кончай ее! Внимание! Усилить натиск! Ладно! Она не должна уйти! Они убили еще одного! Она на нас охотится! Я ее вижу! Блин! Thank you.
Тварь! Я взял ключи! Да! Скорее открой! Стволы! Пошли, пошли быстрее! Держи! Так, все, идем! Стойте! Где Эбби? Ее укусили! Назад! Не наставляй на меня оружие! Эй! Эбби пыталась бежать. Она у колонн. У колонн? Иди к пляжу. Ты увидишь. Вряд ли она жива. Идем! Надо к берегу.
Я тебя не отпущу. С меня хватит. Я не буду драться. Будешь. Он ни при чем. Ты его в это втянула. Забирай его.
Что пьешь? Кофе. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. А. Стыдно признаться, во что он мне обошелся, но... Пить можно. Я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. Дина. Она твоя девушка? Нет. Нет, она просто один поцелуй ничего не значит. Не знаю, зачем она так. Она тебе нравится. Как глупо. Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебе... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Увидимся. Да.